Наверное, одним из самых интересных видов радиосвязи является метеорная радиосвязь. Для метеорной радиосвязи используется отражение радиоволн от ионизированных следов метеорных потоков. Применять метеорную связь сравнительно редко, главным образом для передачи данных двоичным кодом путем встречного обмена контрольными суммами. Метеорная радиосвязь позволяет обмениваться сообщениями, используя маломощные передатчики и простые антенны на расстоянии до 1000 км. Прерывистый характер образования канала связи требует применения специальных методов передачи и приема сообщений. Поступающие сообщения накапливаются, а затем передаются поштами или пакетами с большой скоростью в те короткие интервалы, когда образуется канал связи. Принятые пакеты также сначала накапливаются, а затем с обычной скоростью поступают в радиорегистрирующий аппарат. Кроме накопителей, специфическим элементом являются анализаторы принятых сигналов, определяющие их пригодность для связи и системы сопряжения порций принятых сообщений, исключающие потери или повторный прием сообщений на стык между порциями. Так как метеорный канал связи является очень устойчивым и зависит от активности метеорных потоков, практическое применение его очень ограничено. Однако радиолюбители широко используют этот вид радиосвязи именно из-за его неустойчивости и непредсказуемости. Причем данный вид связи настолько популярен среди радиолюбителей служебного радио, регулярно печатает информацию об ожидаемых метеорных потоках.